должны понимать в том, что есть определенная бюджетная дисциплина. То есть до тех пор, пока мы не проведем соответствующие институциональные решения через комиссии городского совета и не проведем их через зал городского совета, мы на это не можем списывать деньги, коммунальные громады. Она есть, очень просто принимать решения, даже если они, в том числе, к сожалению, отрицательные. Понятно, многие из вас стремятся к какой-то идеальной модели, даже, может, не идеальной, а идеалистической. При всех присутствующих у кого-то есть какие-то обязательные вопросы, но перед этим я бы хотел сказать, пока мы будем здесь разговаривать, подумайте, пожалуйста, может быть, вы можете делегировать кого-то из числа ваших присутствующих, знакомых, которые присутствуют здесь, для того, чтобы они принимали участие в завершении